Степень исполнения национальных проектов, реализуемых на территории ЕАО в 2022 году, остается достаточно низкой по итогам первого квартала текущего года. Основная причина – незаконтрактованность мероприятий в рамках этих проектов. Об этом сообщили на расширенном аппаратном совещании в правительстве области. Для решения проблемы вице-губернатор автономии Дмитрий Братаненко поручил не тянуть с этим и в случае затруднений рассматривать дело на оперативном штабе. У нас создан оперативный штаб под председательством губернатора, который имеет возможность с учетом поправок 44-й закон, сегодня вносит послабление. И если у вас два раза не состоялись ваши торги, то не надо ждать третьего, а выбираете подрядчика и выходите с ним уже сразу на штаб. Всего на реализацию национальных проектов в 2022 году автономии выделено более 3 миллиардов рублей. На инвестиционную часть, то есть на то, что должно быть реализовано через заключение контрактов, приходится 2 миллиарда 388 миллионов рублей, 78% от общей суммы. На сегодняшний день законтрактовано только 37% этих средств. Всего заключено 82 контракта и объявлено аукционов на сумму 287 миллионов рублей, что составляет 12%. Кроме того, есть и негативные факты. У нас не состоялось 14 аукционов на сумму 155, практически 156 миллионов рублей, а также расторгнут контракт на 100 миллионов рублей. Это снизило нам общий процент контрактации на 4% по отношению к прошлой неделе. Кроме того, в 2022 году 1 миллиард 700 миллионов рублей уже затрачен на государственные программы по повышению качества жизни и укрепления потенциала населения. Почти 146 миллионов направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства. 51,5 миллион на развитие транспортной инфраструктуры. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.